Вот тут еще одно такое замечательное место. Кто ездит на Мурманск, знает. Тут проехали Ладейное поле, такой небольшой серпантин. И выезжаем на подвесной, вернее, на разводной мост. Такой красивый мост. Одна из достопримечательностей по дороге на Мурманск. Вот он. Видите? Река Свирь. Это автомобильный мост. Нет, это что-то железнодорога рядом проходит. Вот за этим ограждением. Вот вверху, что ни на есть, это противовесы. Я так понимаю, вот эта часть моста просто поднимается, а может опускается, не знаю. Ну, короче, вот такой того мостик. Прикольный. Это вот река. Река Свирь. Да, железная дорога с правой стороны, вот она. Путя проходят.